Новогодние праздники изменится расписание работы почтовых отделений города. Так, 31 декабря они закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января – выходные дни. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все отделения связи будут работать в обычном режиме. Пенсии и пособия доставляются по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда.